Здесь еще пахнет свежей краской, а сотрудники нового дошкольного учреждения бережно распаковывают и раскладывают по своим местам совершенно новые игрушки, дидактические материалы, посуду, инвентарь и все то, чем будет оборудовано учреждение образования. То, чем будут пользоваться его сотрудники в своей работе и, конечно же, малыши. Детский сад номер 21 построен в микрорайоне Кузлитмаш. Он расположен в жилом доме по улице Технической, 1. И его открытие безоговорочно станет прекрасным подарком как всем жителям микрорайона, так и городу Пинску в год его 925-летия. Сегодня мы готовимся к открытию нового дошкольного учреждения. Это ясли-сад номер 21 города Пинска. Я думаю, что это большой подарок города жителям микрорайона. Это встроенно-пристроенный детский сад. Он небольшой, конечно же, трехгрупповой, но тем не менее сюда будут ходить малыши, проживающие в данном микрорайоне. Конечно же, в этом районе был необходим детский сад. У нас была только одна группа дошкольников, которая размещалась в средней школе номер 17, а сейчас будет возможность ребятам, малышам посещать такое чудесное заведение, коим будет являться новый детский сад. Учреждения образования смогут посещать 60 малышей. Укомплектовано 3 группы. Детский сад запроектирован с учетом обеспечения безбарьерной среды для физически ослабленных лиц. Закуплено все оборудование, есть игрушки, есть спортивный инвентарь. Каждый день прибегают дети с родителями, с нетерпением ждут открытия. Планы у нас большие. Мы запланировали реализацию социального проекта, который называется «Зона психологического комфорта». В комнате психологической разгрузки мы хотим создать все условия для того, чтобы и родители, и дети получили психологическую помощь. Поэтому делаем все возможное для того, чтобы у нас все получилось. Мы благодарны администрации города, руководству области, то, что нам дали возможность подарить детям радость и счастье. Каждый день приходят детишки, они с таким настроением, желанием и говорят: «Неужели это все нам?» Говорю: «Вам, конечно». Мы очень благодарны ОАО «Стройтрест номер 2 города Пинска, а также УП УКС города Пинска за ту проделанную работу, очень серьезную работу в данном направлении. Они действительно создали для ребят красочное помещение, здание, которое радует глазом весь город, не только нас. Все 3 группы детского сада будут расположены на первом этаже. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы, методический кабинет и мастерская по изготовлению наглядных пособий, прачечная, медицинский кабинет. Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием. Яркие, теплые, наполненные солнечным светом помещения, современно, стильно и со вкусом оформленные игровые комнаты, спальни. Все это создавалось руками пинских строителей. И уже сегодня эти комнаты наполнены детскими голосами. Малыши и их родители с нетерпением ждут открытия детского дошкольного учреждения. Я мать 2 детей. Сюда будут ходить мои дети. Очень довольна таким садиком. То, что мои детки сюда будут ходить, мы очень близко живем здесь. И нам и удобно, и комфортно будет. Очень ждем открытия, потому что дети очень хотят. Особенно маленький ребенок сюда рвется. Говорит: это мой садик, я сюда буду ходить. Ну, радостный очень. И довольный. Не так, как в остальных, конечно. Этот очень садик классный, красивый, яркий. Такой красочный. А пока сотрудники сада занимаются оформлением помещений и работают над созданием в них домашнего уюта, малыши тем временем готовят концертную программу для гостей торжественного мероприятия, посвященного открытию нового детского сада, которое состоится уже на следующей неделе. Коллектив нашего учреждения готов принять ребятишек. Мы создадим все условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, тепло и уютно в наших стенах.